За прошедший месяц в Карелии увеличилось количество пожаров, в том числе выросло и число жертв огня. Так, по состоянию на конец января произошло 95 серьезных возгораний, две трети из них в жилом фонде. Погибло 9 человек, среди них один ребенок. В 2020-м в республике не было детских смертей на пожарах. Основными причинами возгораний, как правило, становится неисправность проводки и электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем. В связи с этим МЧС усиливает профилактическую работу. Основной упор мы делаем на жилой сектор. Безусловно, разъясняем людям требования пожарной безопасности, какие меры предосторожности необходимо выполнять, соблюдать, чтобы не возник пожар. Значит, сейчас надеемся, что в связи с возможным улучшением обстановки с коронавирусной инфекцией, мы сможем активно уже работать и с детьми в школах, в детских садах, ну, безусловно, с соблюдением мер предосторожности. Спасатели рекомендуют устанавливать в домах и квартирах автономные дымовые пожарные извещатели. Недорогие, простые и удобные в использовании установки датчики уже спасли сотни жизней. Это происходит за счет раннего обнаружения пожара. Однако в управлении напомнили, сами пожарные не ходят по квартирам с распространением и продажей данных датчиков. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то знайте, что имеете дело с мошенниками.